Добрый день, дорогие друзья. Сегодня пришла посылочка из Гонконга. Не знаю, заказывал два ножа там. Сейчас сделаем такой маленький анбоксинг в машине, как бы, и посмотрим сразу, что тут такое. Открывать буду своей любимой маленькой крысочкой. Ontario Red 2. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь находится внутри. Что нам прислали. Так вот, все запаковано. А, даже вижу же по упаковочке. Если кто знает, ну, я думаю, много народу знает, да? Китайцы начали подделывать Ontario. И достаточно успешно. Вот так вот пришла такая коробочка. Вот, вот так вот, да, вот Ontario. Вот, и посмотрим. Вот решил я попробовать и заказать себе эту крысу, так как материалы, используемые в ней, гораздо выше качеством, чем на настоящей. Вот, вот так вот смотрится все это очень неплохо, сказал бы я. Ребята, что могу сказать? Ну просто супер, вот. Видно, что клин по центру, да? Наверное. Ну я надеюсь, видно, вот вам. Действительно, клиночек по центру. Нож чуть-чуть побольше, по моим ощущениям. Как, в принципе, было написано, где-то, да, на сантиметр он. Больше. Ну и чуть-чуть потяжелее. Но зато могу сказать, что он реально вот. То есть, как раньше был, да, вот крыса явно заявлена на нож на выживание, я думаю, что очень неплохо, очень даже. Ну давайте попробуем, так сказать, первое открытие. Ну, туговато чуть-чуть, что-то чуть-чуть туговато, но, ребят, тут сумасшествие какое-то. Бреет, видите, вообще. Заточка сумасшедшая. Давайте посмотрим подводы. Ну, очень достойно, очень. Честно скажу. Клиночек прям. Ребят, ну это бомба. Нож обошелся мне, ну, грубо говоря, там, в $25. Я вам могу сказать честно, что и лайнер потолще заходит на, правда, на начало пяты. Ну, вот, давайте попробуем немножко поударять его. Не знаю, обо что. Давайте вот так вот я сделаю. Ну, чуть-чуть, да, он ушел. Где-то ближе к серединке, но не более. Ну, вот немножко он перетянут, наверное. Смазать, я думаю, ее. Ну, вот, видите, в принципе, вылетает. Чуть-чуть посмотреть. Люфтов ноль. Вообще. Вот такой вот. Ontario. Китайская. Честно я вам скажу. Это лучше. Реально это лучше, чем, так сказать, родной. Да. Все написано, пожалуйста. Модель. АОС 8, даже написано Тайвань. И обработка просто сумасшедшая, я вам честно скажу. Просто вот G10 в руке сидит. Ребят, более вам не надо. Купите, пользуйтесь. За $25 даже не жалко. Я вам честно скажу. Клинок потолще, на мое усмотрение. Стоунвош здесь. То есть, реально,
советую. С вами был Михаил. Потом буду сделать ролик по поводу стали, да, там, открывания банок, там, все такого, маленький такой, да, вот. Посмотрим, как себя поведет. Все, спасибо, бай-бай.